знає своєго участкового. Акція з таким названням організована по ініціативі МВД. Вона направлена на укріплення взаємоотношення граждан з правоохранительними органами, довір'я к участковому поліцейському. Дана акція запущена для того, щоб відповісти на проблеми безпеки граждан в партнерстві з місцевими властями і НПО в цілях розвитку взаємоотношений між поліцією і обществом. Андріан Спатара, участковий інспектор в місті Флорешт, лично посетив дома горожан, щоб познайомитися з людьми і розказати об акції. По території Республіки Молдова проходить акція «Знай свого участкового». На даний момент я є вашим участковим. Мене звуть Андріан Спатару. Дана листовка содержит номера телефону. Номер Спатару Андріан. Меня зовут Андриан Спатару, я являюсь вашим участковым. В случае необходимости можете обратиться, здесь номер для контакта. По словам жителей города, не каждый из них знаком с участковым. Вы знаете участкового? Да, знаем. До сих пор был господин Дарел, а сейчас заменил его господин Андрей. С кем бат ши домну, Андрей? Как вы считаете, все жители знают своего участкового? Нет, скорее всего нет. Человек знает участкового в случае, если имеет проблемы. А если их нет, тогда я считаю, что ему нет необходимости его знать. Вы знаете своего участкового? Так, по слухам, лично не знал, так как не было необходимости. Считаю данная акция отличная, так как в случае чего знаешь, к кому обратиться. Акция «Знай своего участкового» будет проходить в течение следующих 3 лет.